знаю, что есть Господь, который обязательно, ну, научит каждого из нас, ну, у каждого по-разному, уроки по-разному. Машунька получила очень хороший урок, и она молодец, что она его получила. Аллилуйя! Аминь! Здравствуйте, мои любимые! У меня немного не как свидетельство, а как благодарность Богу. Я сегодня ехала в церковь, ну и как всегда у меня по дороге размышления о Боге, обо всем. И как бы я реально сегодня поняла, что уже больше года я себя не должна заставлять по воскресеньям ходить в церковь. Я не должна, как бы у меня нет такого желания даже придумать себе какие-то планы на воскресенье. У меня нет, как бы, у меня не выходят даже никакие такие вот дела, которые в воскресенье я должна сделать, потому что я точно знаю, что у меня воскресенье — это время для Бога, это время для того, чтобы я сюда пришла, как бы, и у меня нету такого, как бы, как раньше у меня было такое, ой, мне сегодня нужно это сделать, и у меня, я не успеваю, ой, я сделаю воскресенье, но у меня никогда в это воскресенье дела не получались, но сегодня я поняла, что я точно знаю, что воскресенье — это день для Бога, что я прихожу именно сюда, и у меня, то есть это воскресенье всегда запланировано, что я здесь, и я славлю Бога, и я очень благодарна за то, что Он мне наконец-то за год дал понимание о том, что самое важное — это присутствовать каждое воскресенье и почтить его хотя бы один день в неделю. Я за Ему очень за это благодарна. Аминь. Аллилуйя.